сразу, то станешь похож на ежа. Не-не, меня здесь нету. Привет, придурок. Да там никого нету. Как он там выглядывал. Все. Придурок. Так. Не-не-не. Урод упал. Ну ладно. 5 рублей. Ну ты побогаче будешь, чем обычный. Тут, блин, толпы стражников ходят. Интересно, я могу сейчас синхронизироваться? Лучше. Ага. Найдена жертва. И меня, блин, посекли эти все уроды. Нужно будет бежать отсюда. Он что, текает? Ах ты, сука, ты еще и текаешь. Нельзя от него сокращать дистанцию. Ну ладно. Хорошо, что ты убежал. Стражники мешать не будут. Вот и молодец. 2000. И обыщем тебя. Может, у тебя что-то есть интересненькое. 7 рублей. Использование точек обзора. Да как раз я туда собрался бежать. Отлично так вообще. Они меня заметили. Он меня тоже заметит. Как бы пересрал, убежал. Пока те меня искали, я его побежал по-бырому. Замочил и все. Даже в конфликты ни в какие не пришлось вступать. Это радует. Так, вали отсюда. Птичка, это мое место. Еще один кусочек карты. Эх, какие поля. Какие поля. О, вижу лошадь еще. Ну, теперь можно отправиться на далекие задания основные. Это у нас здесь аж далеко. Отлично. Так, мадам, валите-ка нахер отсюда. Это мужик тот дохлый. О, сейчас будет прыжок. Давай. Хопана. Замечательно. Ага, вижу вон. Уже локацию. Замечательно. Прибыл. Ого. Так, не, вон этот идиот. Тут еще лошадь есть, хорошо. А, вот и ты. Слушай, мы нашли Стефана де Баньона. Ступай по этой дороге и придешь в аббатство, где он укрылся. Подожди. На, держи. Это поможет тебе отвлечь внимание врагов. Спасибо, друг. Человек в рясе, еще не монах. Проникните в аббатство, убейте Стефана де Баньоне. О, утро наступило. А, рассвет даже. Так, дымовые шашки мне дали, это отлично. 3 штуки максимум. Да, наш арсенал пополняется со временем. Это моя лошадка. Чё это, дебил? Я ж тебе не говорил на неё залазить. Просто хотел мимо пройти. Так, а я могу в толпе маскироваться? Ну, конечно. Так, меня здесь искать сейчас будет. Я сейчас пойду в запретную зону. Я смогу прятаться в толпе этих мужичков. О, вижу деньги, но... Так. Вроде угрозы никакой нету. Так что деньги я все-таки заберу-ка отсюда. Скрытые клинки нужно будет выбрать еще. А, лошадь за мной ходит. Видимо, я ей очень понравилась. Здрасте, ребята. О, какая мадам. Так, да, пошите, пацаны. А, вон они, эти козлы, они еще с мечами ходят даже. Вот уроды, а. Мне предлагают использовать орлиное зрение, чтобы... мужики, вы куда? А, мне надо к этим мужикам теперь. Помолимся, брат. Но что же нам просить? Защиту Господа. Ты правда веришь, будто Всевышнего интересуют наши дела? Подумай головой. Но если это помогает тебе убить время, то, пожалуйста, обманывай себя и дальше. Ты богохульствуешь? Нет, правду говорю. Но отрицать существование Господа? Это единственный рациональный ответ на заявление о том, что на небе живет какой-то невидимый безумец. Судя по тому, что написано о нем в твоей драгоценной Библии... Кто ты такой? И что тебе тут нужно? Да как ты можешь? Ты, кто носит одежды священника? Мы раньше...
Отлично, выловил я. Посмотрим, кто из нас был прав. Где Якопо? Полагаю, бояться нечего. Они встретятся в тени римских богов. Освободись от оков страха. Покойся с миром. Оу, фак. А теперь мне... Стой! Он уходит! Не, мужики. Давайте, подходите, подходите. Эй, ты! Здравия! На! Все. Вот и все. Подышите. Так, станьте инкогнито. И так им стал. О, все. Отлично стал. А, сколько мне заплатили, человек в рясе. Да кому-то мне сидится, одному какому-то придурку не сидится. Где-то я видел... А, вон лошади. Что за придурок гонится? Где-то умереть? Захотелось. Ну давай. Подходи. У тебя даже оружия нет, идиот. Что тебе надо от меня? Идиота кусок. Ладно, хватаем. Почему бы мне не обследовать точку обзора? Так, да-да, нахер отсюда все. Высоковато, ну что поделаешь. Здесь. О, перо. Стопе. Во, 6 из 100. Ну, я близко к цели. Если я псих-маньяк. Так, здесь больше... А здесь может быть еще и загадка. Я имею в виду кусочек фрагмента истины. Ну, то ладно, я не хочу их пока собирать. Ага, сюда можно залезть. О, деньги пришли в сундук. Отлично. Это радует. Вау, какая красотища. Не, ну это просто супер. Это просто супер. Какая красота. Да, разработчики постарались. Создали замечательную игру. Погнали. Так, куда теперь? А теперь сюда, скорее всего. Да. О, страница кодекса. А, мне в городе здесь 2, надо убить мужичка. Ну и всего 4. Одного я снял. А, нужно нажать. Вот, я и забыл. Не, ну с лошадью вообще никаких проблем нету. Можно преодолевать очень большие дистанции. И деньги быстро зарабатываются. Если дурака не валять. О, стопе. Ух ты, не-не-не. Спрыгивай. Сейчас заберу и поедем дальше. Да-да, стой, малышка. Все, погнали. Стекай нахер, задавлю. Вау, какие... Тут деревья прикольные. Ваху! Вот эта скорость. Вот эта красота. О, еще лошадка. А вот и задание. Иди сюда, Эцио! Фу, блин, ты меня напугал. Я думал, сейчас у меня жопа будет. Так, да иду, иду, придурок. Мы нашли архиепископа Сальвиати. Он заперся в той самой вилле. Возьми моих людей и отправь их расчистить поля. Затем проберись за стены и попробуй открыть ворота. Обычно я наношу удары за угла. А теперь у меня будет собственная армия. Это мне нравится. Почему бы и нет? Согласен. Мужики, где вы? Ну. Ого, вас подходите, там что-то...